В мероприятиях с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла приняли участие вип-персоны, представители областной и городской власти, а также полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Патриарх вручил политикам награды Русской Православной Церкви. Губернатору области Валерию Радаеву присвоен орден Сергия Радонежского второй степени. Депутат Государственной Думы Николай Панков и глава Саратова Олег Грищенко удостоены ордена святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Награды получили и другие представители саратовской власти и бизнеса. Политики надеются, что приезд патриарха изменит жизнь региона в лучшую сторону. Это историческое событие для наших жителей, это праздник. Святейший приехал вместе с нами помолиться за нашу землю саратовскую, за людей, за мир, за стабильность. И, как правило, после таких встреч наступает стабильность, увеличивается духовность.